things I don't. Миллиона. На красное 1 миллион. 2 миллиона на черное. 1,5 миллиона на черное. На красное. И такая же ставка на черное. 2 миллиона на красное. 1 на черное. 2,5 миллиона на красное поле. 500,000 на черное. Следующая ставка 3 миллиона на красное. Ну, а сейчас прошу зеро. Благодарю вас. Ставки сделаны. Начинаем игру. Да, и все-таки я сразу не могу начать. Ибо в нашем зале впервые наш генеральный спонсор. Вице-президент Российской финансово-промышленной группы госпожа Румянцева. Если позволите мне сказать несколько слов. Да, но только после моей реплики. Я так вижу, что запотел объектив. Ну, наверное, да, ну действительно, 25 градусов, по-моему, на улице. Я прошу вас. Мне хотелось бы от имени Российской финансово-промышленной группы поздравить всех тех, кто на протяжении 20 лет творил эту яркую, увлекательную программу. Поздравить знатоков, а также самых заинтересованных участников и болельщиков, телезрителей. И пожелать всем в наступающем 1996 году новых творческих успехов, удачи, счастья и многолетия. Спасибо. Мы только благодарим вас за финансовую поддержку наших интеллектуальных усилий. Я так чувствую, вы что-то еще хотите сказать? Да. Но только коротко, я вас очень прошу. Хорошо. Ваша программа, друзья, на наш взгляд, одна из немногих, которые действительно направлены на реальное развитие интеллекта нашей страны. Мне хотелось бы от всей души поблагодарить вас за ваш многолетний труд для миллионов россиян. Спасибо. Еще одно слово, можно? Ну, коротко, коротко. Отдавая дань вашему вкладу, руководство Российской финансово-промышленной группы решило внести свой вклад в программу «Что, где, когда». Мне поручено огласить выписку из постановления Совета директоров Российской финансово-промышленной группы. Очень кратко. Учитывая уникальность вклада в развитие эрудиции и интеллектуального потенциала страны, а также в связи с 20-летним юбилеем программы «Что, где, когда», Совет директоров Российской финансово-промышленной группы постановил в 1996 году за счет собственных денежных средств Российской финансово-промышленной группы произвести реставрацию здания, в котором проходят игры знатоков и прилегающие к ним... Да.
Спасибо. Спасибо. Особенно приятно такую большую радость, когда она приносится красивой женщиной. Да, но еще одно. Мне приятно также объявить, что в зале присутствует еще один человек, харьковский студент Вадим Высочин. Тот самый студент, которого господин Друзья, он есть сейчас, господин Друзь, отобрал 25 миллионов рублей. Господин Высочин, 25 миллионов IQ. Интеллект. И еще одно. А вот Друзь, который отдал ему 25 миллионов. И еще... Я хочу поздравить москвичку Галину Лиманову, отобравшую теперь уже у Михаила Смирнова 25 миллионов. Не правда ли? Галина Лиманова. Интеллект 20... А вот Смирнов, который отдал ей эту большую сумму. Ну а теперь с легким сердцем я начинаю игру. Начинаем игру! Добрый вечер в интеллектуальном казино, единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Сегодня большая игра. Финал «Игр бессмертных». Встречаются две лучшие команды элитарного клуба. Лучшая команда знатоков и сборная команда телезрителей. Вот они, наши герои. Я хочу отметить, что победившая сегодня команда получит все. И хрустальные совы, и кругосветное путешествие, и главное звание лучшей команды за все 20 лет существования «Что, где, когда». Представляем сборную телезрителей. Наталья Якобчук, село Нагирка, Украина. Юрий Володин. С дочкой? Покажите дочку. Вот она, дочка. Москва. Ирина Шибанова, Самара. Людмила Канакина, Санкт-Петербург. Марк Григорян, город Ереван. Тот самый Григорян, который вы, по-моему... Да, член президиума Ассоциации клубов в Ереване. Он сам. Евгений Ефремов, Феодосия, Крым. Вадим Высочин, как снова, еще 25 захотел. Город Харьков. Степан Гладун, город Горохов, Украина. Украинская команда. Илья Лихачев, город Воронеж, наконец-то. Саша Анциферов, Санкт-Петербург. Игорь Черменев, Черкассы, опять Украина. Примкнувший к этой команде Михаил Борщевский. Михаил Борщевский, ну не стыдно, вы же защищались на таком все. Ну что поделаешь? Бывает. Всякое бывает. И, наконец, капитан сборной телезрителей Ольга Овечкина, Волгоград. Сегодня 30 декабря, 1995 год. Московское время 22 часа уже, 1 минута. И я в последний раз вызываю за игровой стол лучшую команду клуба, команду Михаила Смирнова. Максим Поташов. Борис Левин. Леонид Тимофеев. Евгений Емельянов. Сергей Овчинников. И капитан команды Михаил Смирнов. Когда? Телезрители против бессмертных знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Мне положено спрашивать ставки. Хотя я чувствую, что их нет. Пока не будет. Пока не будет. Вот давайте посмотрим в глаза этой замечательной команде. Команда Смирнова. Команда Смирнова. И попробуем угадать. Им тяжело. Они в третий раз играют. Третий раз играют в течение короткого промежутка времени. А теперь посмотрим на стрелку. 2 миллиона черные. Да, сразу.
играет Людмила Ганахина, город Санкт-Петербург. Прошу вас. Госпожа Ганахина, личный вопрос. Вы когда-нибудь держали дома попугаев? Нет. Нет? Вы, по-моему, все знаете об этой птице. Так, читала. Читала кое-что. Ну ладно, тогда внимание. Попугаи! Господа, подобные татуировки впервые появились, покажите, пожалуйста, вот подобные татуировки. Простите, я ничего не вижу. Раз татуировка, два татуировка. Подобные татуировки впервые появились в древнем Карфагене в качестве профессионального знака. Причем у людей этой профессии могли быть либо такие профессиональные знаки. Назовите профессию этих людей. Время. Можно? Красное, зеленое, желтое. Так, ребят, переводчик. Один сидит, один летит. Переводчик. Один сидит на палочке, а другой... Сидит, ну, реально. Карфаген, еще там может быть с перламутром, там... Красками еще. Художники не могут быть. Да, переводчик ездящий или сидящий на месте. Художники. Проститутки не могут быть. Почему один такой, другой один такой? Один сидит в тюрьме, другого. Нет, один ездит, другой один нет. Летает. Один на жердочке сидит. Моряки просто, рукой, которые привозили. Карфаген, какая, а один профессия? Сидит дома, другой где-то. Другой ездит. Может, они как-то встречают кого-то. Один может, радушно встречает, а другой. Правая и левая. Секретари какие-то. Или такой, или такой. Вот один окраен, другой сидит. А Карфаген, а чем как Карфаген прославился? Рабы там были вообще? Да, это никого были, не было. Были рабовладельцы государства. Макс, что было в Карфагене вообще? Крепь там была. Гид какой-то, да? Сидит и летит. Нет, переводчик, Макс. Не ямишь. А что есть еще? Сидение на месте, полет кочевника. Да. А, подожди, скажи. Портовый служащий моряк. А, нет. Вот одна профессия. Ответ знатоков. Моряк, стоп. Моряк. Ответ знатоков. Отвечает Борис Смирнов. Отвечает Борис Ливер. Вы так решили? Да, я так решил. Итак, что это за профессиональные знаки? Что за профессия у этих людей, господин Левин? Профессия у этих людей связана с морем. А точнее? А точнее, значит, они, скажем так, встречали корабли, которые приплывали в Карфаген. Ответ принят. Теперь, внимание, правильный ответ. В древнем Карфагене... Покажите, пожалуйста, господина капитана. Переводчики. Да, мне кажется, что пора вас уже сменять. Ибо вы не можете настаивать на своем мнении. В древнем Карфагене говорили более чем на 60 языках. Профессиональным знаком переводчиков с одного языка был попугай со сложенными крыльями, а полиглотов с развернутыми крыльями. Итак, 2 миллиона, получите, пожалуйста. Выигрывает команда телезрителей. У Людмилы Ганахиной. Счет 1-0. И если победят телезрители, то они все поедут в кругосветное путешествие от фирмы «Америком» и Томаса Кука. Второй раунд. Господин Левин, переводчик. Я не переводчик. Не, вы не переводчик? Ну, посмотрите, да. У меня нет. Нету. Нету. А господин капитан Смирнов. И сейчас мы посмотрим на волчок. Да, господин ведущий Ворошилов. 0,5. Полмиллиона красных. Против бессмертных играет Юрий Володин. Москва. Господин Володин, прошу вас. У нас тесно, но без обид. Да. А вот ваша дочка. Кстати, как ее зовут? Ульяна. Ульяна. Она тоже смотрит программу? Обязательно. А стихи она читает? Сколько угодно. А вот пусть она скажет, какой у нее лично самый любимый поэт? У меня самый любимый поэт Пушкин. Вот так. А теперь, внимание, на экран. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Прослушайте мой вопрос. Тоской и трепетом полна, Татьяна часто у окна сидит в раздумье одиноком и смотрит вдаль прилежным оком, и целый день вздыхая ждет, и кто-то шепчет, он придет. Извините меня, господа, я допустил одну ошибку. Через одну минуту найдите ее, пожалуйста. Итак, ищем ошибку. Время. Одиноком, ребят, одиноком, ей кто-то шепчет. Слушай, вопрос пропустил чего-то. Сидит в раздумье глубоком, а он может, сказал одиноком. Я не кто-то шепчет, а что-то там. Нет, ребят, слово заменил. Одиноком. Слово заменил, может, не кто-то шепчет. Может, не Татьяна, а имя другое, просто с самого начала. Она же шепчет. Ребят, не кто-то ей не может шептать, она одна ей была. Ей голос шепчет. Это Евгений. А, ей кто-то, ей голос шепчет. Да, ей кто-то, не кто-то, а голос, нет? А почему вам не нравится, если кто-то шепчет? Нормально. Кто шепчет, если она одна сидит? Какие вообще стихи еще раз? Ну, принципиально. Татьяна часто у окна сидит и думает в каком-то раздумье одиноком и смотрит, и ждет. Прилежный ум. Вы видишь, это Пушкин? Ну, собственно, это не утверждал. Да. Не утверждал. А что за Татьяна? Откуда? Может, имя поменял? Не, ну есть Сергей Жуков. Тише, ребят. А, стихи не Пушкина, он пришел на Пушкинскую. Ну, не утверждал, что это. А он пришел на Пушкинскую площадь и читал. Да нет, это Сашак допустил ошибку. Все. Где кто-то шепчет, и голос шепчет, Сереж. Нет, ну это ерунда. Заменил слово. А, что он один, а больше там нет никого? Итак, найдите ошибку. Прошу вас. Значит, Борис Левин. Борис Левин. Ну, я возьму на себя смелость утверждать, что неправильно употреблено слово «кто-то». То есть вместо «кто-то» что-то другое. Что-то, да. Да, что-то. А теперь, внимание, правильный ответ. И теперь я хочу посмотреть сразу на двух знатоков. На Леонида Тимофеева, который сказал правильную мысль, и на Поташова, который поддержал эту мысль, но недостаточно жестко. Это была не Татьяна из «Евгения Онегина», а Тамара! Тамара из поэмы Лермонтова «Демон». Да! Стыдно? Да, телезрители сегодня накостыляют вам. Итак, выигрывает Юрий Володин. Полмиллиона рублей. Красивый вопрос. Прошу дать деньги. 2-0. 2-0. Юрий Володин, Москва. А дочь-то рада? Да. Следующий раунд. Счет 2-0. Вопросы нормальные, их можно было взять. Ибо версии у вас были. Ставок нет. И мысли маловато. Итак, 2,5 черные. Вы как и в прошлый раз. По-моему, в прошлый раз вы дошли до 3-0. Итак, против лучшей команды играет, внимание, капитан сборной команды телезрителей Ольга Овечкина, Волгоград. Госпожа Овечкина, насколько я помню, вы были уже у нас в финале прошлого года, да? Да. И ваш вопрос не выпал тогда? Нет. И вы такая упорная снова пришли сюда? Конечно. А вы не можете сказать, вот чем объяснить такой упорство, такой ваш поступок? Чем вы объясните его? Ну, вы знаете что, завтра у нас с мужем юбилей, мы прожили 24 года. И вы хотите ему купить что-нибудь завтра? Я ему хочу сделать подарок. Понятно. Внимание! Вопрос! Макс! Давным-давно персидский шах захотел узнать, что объясняет поступки и поведение человека в этой жизни. Сначала мудрецы шаха составили целый том, потом одну страницу и, наконец, нашли одно единственное слово. Назовите это главное слово. Слово, объясняющее поступки и поведение человека на протяжении всей его жизни. Таков вопрос. Минута. Ну что, голод, совесть, любовь, интерес, любовь, любопытство. Игра не может быть. Любовь, да. Любовь к истине, добру и красоте. Может, любовь, голод, вообще персидский. Гармония. Антигармония. Любовь, интерес, любопытство. Совесть, любопытство. Жизнь. А жизнь? Нет.
Давным-давно Шахов персидская поэзия как поступки. Раз хорошо, вот, любовная поэзия. Любовь, да ну, ну что, любовь все объясняет. Тут не должно быть все так возвышенно, тут все вот ближе. Прагматично. Более прагматично. Хорошо, любопытно. Рождение, мне кажется, голод. Рождение под звездой, звезда дальше все определяет. Основная движущая сила, вот. Продолжение рода, вот что одним словом. Вообще, а голод, это часто. Голод ближе, а почему Макс, любовь ты правильно нравится? Про голод, но все-таки это любовь, потому что персы, они все более красиво подают. Любовь не знаю. Голод, по-моему. Что, любовь томами описывалась? Любовь, а потом перестала страница? Не любовь описывалась, а жизнь описывалась. Любовь описывал. Причина. Давай вообще седаться, чувства. Вообще любовь на самом деле. Любовь космос, божество. С мужем прошли, что божество. Да, ладно с мужем. Оценка, самооценка, нет. Ребята, вот ответ Судаков. Макс, давай. Максим. Решили мы, что это... Торопитесь. Или нет? Решили мы, что это... Я не тороплюсь, обратите внимание. Что это любовь. А теперь, внимание, правильный ответ. Слово, объясняющее все поступки и все поведение человека, это слово. Скажите ему. Скажите ему. Выживание. Выживание личности, семьи, фирмы, нации, государства, человечества, всего живого. Выживание. Это нечто было прагматичное. Вы же сами сказали, господин Поташов. Прагматичнее надо быть на игре «Что, где, когда». Поздравляю мужа с подарком. Счет 3-0. Я бы на вашем месте, Ольга, потанцевал немножко от радости. Ну что же, в прошлый раз вы тоже проигрывали 3-0. Я думаю, что сейчас начнется настоящая игра. Так, господин Смирнов, начнется или нет? Попробуем. Попробуем. Четвертый раунд. Ну что ж, сейчас переломный момент. Прагматичнее надо быть, Поташу. Прагматично. Любовь не объясняет все поступки. Выживание тоже. А выживание объясняет. Объясняет. Кстати, слово выживание это... Ой. А то я разболтался. Зеро. Зеро. Интеллектуальное казино против знатоков. Последняя гастроль, так что вы меня простите. Я хочу сказать, что этот костюм не имеет отношения к вопросу, чтобы не было больше никаких претензий. На что играем, у вас ноль. Как вы настроены вынуть несколько рублей из кармана? Да нет, наверное. Почему, собственно? Нет. А не можно, почему? Нет. Что давайте говорить. На очко. Я только нет. На очко? Ты уже надоел на американку играть. Ну, давайте, последний давайте раз-то. Давайте на деньги. На деньги сыграем разок. Сколько? 3. Я думаю, торг здесь не уместен. Прошу вас. 6. Миша, это не отказывает. Итак, на кону 6 миллионов рублей, и мы начинаем раунд 0. Господа, примерно 300 лет тому назад во Франции тоже была очень популярная игра. Мы знаем, что... Мы знаем мало об этой игре. Знаем только, что игроки сидели на лошадях. В седле. А помощники игроков сидели за ними, за спиной. Макс, тихо, бери палец. Это нерв оказывает. Надо срочно придумывать другой вопрос. Поздно. Поздно. За ними помощники. Так, как говорил. За ними помощники. Я записываю. Правила игры до нас не дошли. Не дошли. Дошло только одно слово, которое часто употребляется в этом клубе. И я надеюсь, что сейчас досрочно Поташов скажет это слово.
Вы не против? Молчите. Скажу. Хорошо, не против. Говорит Поташов. Итак, поскольку эти помощники сидели на крупе лошади... Громче. Поскольку эти помощники сидели на крупе лошади, они назывались крупье. Мне стыдно даже за этот генеральский суд. Счет становится 2-1. Размочили. Как и в прошлую игру, счет стал 3-1. 3-1, но выигрывают телезрители. $6 миллионов в банке знатоков, и они имеют еще одну минуту дополнительную на размышления. Господин Поташов молчал и сказал совсем не то, что надо. 3-1. И мы начинаем 5-й раунд. Ставки будут? Да, будут ставки. Прошу. Миллион красные. Миллион на красные взяли. Полтора красные. И полтора на красные взяли. Уважаемая публика, тут такой расчет. Вот видите, забиты сектора словами, то есть они уже сыграли. Поэтому больше шансов, когда ставишь по часовой стрелке за совой. Посмотрим. Вот так. Сыграл миллион красное. Против лучших из лучших играет Евгений. Простите, пожалуйста, ставка же сыграла. Ставка сыграла, и если госпожа вице-президент разрешит нам, то мы повышаем эту ставку в 10 раз. Таким образом, вы не против? Пожалуйста. Потому что финансирует нас российская финансово-промышленная группа. Макс, итак, у нас на кону 10 миллионов. Надо против лучших из лучших играет Евгений Ефремов. Город Феодосия. Он уже здесь. Генеральный спонсор программы — российская финансово-промышленная группа. Господин Ефремов. Да. Скажите, пожалуйста, вот лично ваше мнение. Кто у нас лучший из лучших знаток? Друзь. Друзь. Да. А теперь внимание, вопрос. Это аплодисменты друзью, конечно. Внимание. Лучшие из лучших царские гвардейцы в Персии насчитывали всего 10 тысяч человек. Как они назывались? Досрочный ответ или время? Мы обсуждаем. Время. Бессмертно они назывались. Отвечаю. Ну, бессмертно не называйте. Но дополнительную минуту вы уже не получите. Почему? Потому что был сигнал. Нечего обсуждать. Хорошо, пожалуйста, отвечает Игорь. Максим Поташов. Прошу вас. Не надо это. Назывались они бессмертные. Вы правы. Вы заработали второе очко, к сожалению, для Евгения Ефремова. Царские гвардейцы Персии называли бессмертными. Все, ладно, проехали. Первый проигрыш команды телезрителей, еще становится 3-2. 3-2. Ничего, вы не очень расстроены. Нет. 3-2. И мы начинаем 6-й раунд. Короткий волчок. Мы делаем ставку 1,5 миллиона красных. 1,5 миллиона на красное поле взяли. 1,5 миллиона на красное поле, и может быть сейчас опять ставка увеличится в 10 раз. Так оно и есть. Сыграло 1,5 миллиона красные. Таким образом, вместо 1,5 миллионов на кону у нас 15 миллионов рублей. Играет электрик Игорь Черменев, город Черкасы, Украина. Прошу вас. Игорь, быстрее. Господин Черменев. У меня такой гастрономический вопрос. Вы сами-то любите яичницу? В пределах разумного. Да? А сколько там этих глазков-то? Из скольких яиц? Два, три. Два, три, четыре.
Ага. И так далее. Да. А умеете сами ее делать? Вы вообще женаты? Да. А кто делает яичницу? По очереди. По очереди. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Вчера я купил яйца. И сейчас буду жарить яичницу. Я люблю жарить яичницу и при этом напевать что-нибудь. Говорят, один английский музыкант тоже любил яичницу. И однажды признался ей в любви. Яичница. Как же я люблю яичницу. Внимание. Вопрос. Через одну минуту напойте песню, которая возникла благодаря этому признанию в любви. Досрочный ответ? Да, досрочный ответ отвечает Максим Поташов. Максим Поташов. Да, да, но петь-то я не умею, я скажу, угомонитесь. Что это песня Yesterday. Yesterday. Автор ее Пол Маккартни. Внимание, правильный ответ. Yesterday. Яичница. Как же я люблю яичницу. Да. 3-3. 3-3. Ну что, господа. Итак, пройдет еще минут 30, и нам надо будет вручать наш главный приз лучшему из лучших. Да, я хочу признаться, просто свое личное мнение сказать. Для меня существует только 3 кандидатуры. Их было много, конечно, вы все достойны. Но уж приз очень хорош, потому что он сделан как Андрей Первозванный. Вот был такой орден. Эмаль, золото, бриллианты. Да и звание магистра мы вручаем первый раз. И, может быть, последний. Кандидатуры такие. Александр Бялко. Это человек-легенда. Он впервые как бы внедрил звание знатока в публику, в наше население, что ли. Александр Друзь. Человек, который соединил прошлое и настоящее клуба. Человек, пожалуй, самый популярный на протяжении более чем 10 лет. На протяжении 15 лет. Спасибо, что вы меня поправили. Это повлияет на выбор кандидатуры. И, наконец, новое поколение, новая формация, другой стиль игры. Будущая звезда. Ну, вы сами знаете, кто. Максим Поташов. Ваше мнение, кому бы вы отдали? Знаете, для меня, как и для вас, тоже существуют 3 кандидатуры. Но внук всегда выглядит симпатичнее отца, а отец симпатичнее деда. Но человек справедливый должен отдавать должное старшему поколению, мне кажется. То есть вы за стариком? Да. Тогда спасибо от стариков. Да. Ваше мнение, Латыпов, брат Нурали? Ну, я за брата. Ваше мнение? Если выбирать между братом и Максимом Поташовым, я бы выбрал брата, но сейчас, в принципе, он не, Нурали не в кандидатурах, поэтому Максим Поташов. Максим Поташов, ваше мнение? Друзь, Бялко, Поташов. Ну, у меня 2 кандидатуры, это Нурали и Друзь. Нурали — это была яркая звезда, которая действительно промелькнула по небосводу. Это действительно была сверхновая звезда. Это легенда. Но все-таки я хочу отметить... А Друзь — это звезда первой величины, которая светит уже 15 лет. И поэтому я бы отдал предпочтение Друзю. У меня бы тоже была кандидатура Нурали, но я хочу признать тот факт и опубликовать его, что все-таки он не решился сесть за игровой стол. В отличие от Бялка. Ваше мнение? Вы, пожалуй, самый старый игрок у нас. Давай еще пару раз. Да, наверное. Мне очень было приятно играть в то время, когда там был Александр Бялко, и он, конечно, блистал. Мне очень нравится команда Поташова.
Но мои симпатии все-таки, наверное, как вы сказали в прошлый раз, сочувствуют тем, кому трудно. Мои симпатии на стороне команды Блинова и его друзей. Тем более там теперь целых два друзья. Ну, двум мы не можем вручить, у нас всего один орден. Так что выбирайте одного. Тогда Саша. Александр Дусь. Ну хорошо, у вас я спрошу позднее. Итак, короткий опрос, и мы продолжаем игру. Счет 3-3. Игра идет до 6 очков. Последняя финальная игра «Что, где, когда». Следующий раунд. Мы делаем ставку. Пожалуйста. 1,5 миллиона черное. 1,5 миллиона на черное поле. И опять сыграла. Никто еще так не ставил, как вы. Итак, вместо 1,5 миллионов вы разорите. Разорите российскую финансовую промышленную группу. Я не знаю, как эта женщина терпит такие ставки. 15 миллионов на кону. Играет студент, о господи, из Харькова Вадим Высочин. Тот, который заработал уже 25 миллионов в прошлый раз. Вадим Высочин, мы надеемся, что вы сейчас сделаете 4-3 в пользу телезрителей. Внимание, японская тафуку. Внимание. Что по этим схемам с детства изучал японский самурай? И я хочу посмотреть на палец Паташова. Харакири делать, это направление. Давайте обсудим. Давайте обсудим, да. А что? А вот это что, просто... Ты не умрешь от этих уже движений. Самурай? Точно. Направление движения. Географическая карта не может быть. Не, ребята. Точно, на самурая было. Направление, ладно. Самурай, не обязательно харакири. Да, вот это не поет. Самурай, самое важное для самурая умереть честь. Варианты. Ну, харакири. Все, стоп, ладно, есть харакири, еще давайте. Подожди, географическая движение, направление движения. Не, направление движения в действии каких-то. Нет, ребята, это просто способы, способы разрезания. Перемещение войск. Башни, все, уже нет харакири, еще что-нибудь. В бою никак не может быть. Просто, да, какие-то движения. Движение, подожди, фехтование. Ну, фехтование. Кенда обычная, да? А ну-ка давай пройдемся просто по ним. Нет, смотри. Как еще называется сипуку, да? Подожди, здесь подожди сюда, стрелочки. Потом надо вытащить еще. А. Здесь везде стрелочка, направление. А два креста это два втыкания будет. Ну понятно, да, что? Понятно. Харакири, правая рука все время действует. Хорошо. Все время под правую руку все. Посмотрите, все стрелки под правую руку. Левый так не сделает. Вопрос, ёп. И вот только крест, Макс, если сложен, это просто втыкание, что ли? Просто вот раз. Ответ на такой. Отвечает Максим Паташов. Опять Максим Паташов. Штатный. Значит, подавайте посмотрим сначала на этот свиток. Вот такие знаки. А теперь спросим у Паташова, что они означают. Ну, мы полагаем, что по этой схеме самурай с детства учился тому, как ему правильно расставаться с жизнью. То есть описана методика движения меча при осуществлении харакири. А теперь, с позволения Вадима Высочина, правильный ответ. Каждая стрелка, не правда ли, на этих схемах, это движение японского кинжала Косунгобу. Перед вами 10 способов харакири. Самоубийство самурая. Счет 4-3. 4-3. Что у команды телезрителей есть единственный шанс выиграть. Если вы попросили бы Паташова показать, что он вначале это смотрел. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Следующий раунд. Я должен спрашивать ставки. Ставка 2 миллиона. 2 миллиона. Разорят казино. На красные? И что, сыграла? Не Макс, понял. Макс. Сыграла. Ты? Я прошу заменить волчоки, чтобы я видел это. А 2 миллиона придется разыгрывать.
Итак, 2 миллиона. Но, между прочим, это суперблиц. Простите, 20 миллионов. 20 миллионов в 10 раз увеличилась ставка. 20 миллионов. И против господина Поташова, наверное, да? Вот он сидит. Играет сразу трое. Степан Гладун, город Горохов, Волынская область. Будьте добры. Илья Лихачев, студент колледжа город Воронеж. И Саша Анциферов, вот он. Ученик 6 класса, Санкт-Петербург. Господин Гладун, как вы думаете, похож ли наш Максим Поташов на древнего римлянина? Вот посмотрите, какой красивый. Да, пожалуйста. Похож. Внимание! Вопрос первый. Господин древний римлянин Поташов, как вы называли войско, существовавшее только во время войны? Время. Тишина. Как вы, древний римлянин, называли войско, существовавшее только во время войны? Тяжелый случай. Ну, предположим, милиция. Ну, вы выигрываете первый вопрос. Молодец. А теперь продолжаем суперблиц. Саша Анциферов, как ты думаешь, похож ли наш Максим Поташов на адыгейца? А, Саш? Может быть. Может быть. Тогда внимание. Вопрос второй. Саша Анциферова. Господин адыгеец, что вы имеете в виду, когда говорите про женщину, у нее мышонок упал в кадушку? Время. Так вот, что имеет в виду адыгеец, когда говорит женщине, что у вас мышонок упал в кадушку? Ну, исходя из того, что это детский вопрос, предположим, что имеется в виду, что женщина беременна. Какая-то странная логика у вас, да? Да, воспитанные адыгейцы имели в этом случае в виду, что женщина беременна. Проиграл, Саш. И последний решающий вопрос суперблица. Господин Лихачев, как вы думаете, может быть, наш этот самый Максим Поташов, который все время отвечает, отвечает? По-моему, он похож на китайца. А вот на китайца он не похож. Не похож. Хорошо. Тогда мы спрашиваем вопрос третий, господин Лихачева. А вот как китайцы переводят на русский язык три китайских слова? Цзяофань, вуфань и Вань-Фань, имея в виду, что Фань означает вареный рис. Цзяофань, Вуфань и Вань-Фань. А Фань означает вареный рис. А что значит эти три китайских слова? Время. Тишина. Максим? Ну, предположим, что имеется в виду первое, второе и третье. Первое, второе и третье. А сейчас, с позволения... Завтрак, обед и ужин. Не понял. Все-таки завтрак, обед и ужин, вот так. Я хочу спросить у Лихачева. Мы можем принять... что мы должны принять в качестве ответа? Значит, сначала было первое, второе, третье. Тишина в студии. Ну, ладно. Все-таки 20 миллионов. Я бы посоветовался с господином Борщевским. Господин Борщевский сейчас ваш коллега. Серега, поближе к нему.
Господин Борщевский, у вас раздвоение личности сейчас будет. А? Нет, раздвоение личности у меня стадии, что нет, но... Решение ваше какое? По-моему, все-таки было вначале сказано, первое, второе, третье, это не то же самое, да, что... А вот это второе, из одного блюда обед состоит. Первое, второе и третье было сказано вначале. Не был принят. А теперь, внимание, правильный ответ. Как хорошо, когда юрист... заинтересован в исходе боя. Зао Фань, Ву Фань и Вань Фань, конечно, означают по-китайски завтрак, обед и ужин, а не первое, второе, третье. Вы проиграли. Еще становится 4-4. Да. 20 миллионов. 20 миллионов рублей. Ну-ка передайте этому молодому человеку. 20 миллионов. Осторожно ходи по улицам, господин Лихачев. И счет 4-4. 4-4, игра до 6 очков. Девятый раунд. Так, ну что же, господин Поташов поторопился немного. Ставки, что ли, делали, нет? Я пропустил ставку или не было ставок? Все. Не было ставок. Полмиллиона черный. Ну все, остановилась стрелка, к сожалению. Полмиллиона черный. Борщевский. Борщевский всех спутал. Играет Михаил... О, Господи, опять Борщевский. Играет Михаил... Вот почему он так судил. Борщевский, адвокат, город Москва. Господин Борщевский. Вот вы известный защитник прав человека, если под человеком подразумевают знатока. Особенно сейчас. Рискнуть, да. Уже да. Нет, а сейчас вы переметнулись. Вот как это так получается у вас, а? У нас объясните. Ну, что если объяснить? Максим мне друг, но истина дороже. Да. Внимание, вопрос. Одну секунду. Прежде чем прозвучит мой вопрос, у меня предложение к Смирнову. Вопрос, судя по сумме, легкий. Я предлагаю удвоить ставку. То есть... Я готов поставить 500 000 на этот вопрос дополнительно, сверху. Полмиллиона вы поставите, да? И тогда он должен поставить 500 000, да? Вы готовы, господин Смирнов? Или второй вариант. Я ставлю 500 000, но вы играете без Поташова. Вы отбираете у меня хлеб. Еще 500 000, и мы без Борщевского. Вы отбираете у меня хлеб. А, господин Смирнов, вы готовы пойти навстречу? Да, естественно. Ставим. Итак, что у нас на кону? На кону у нас 1,5 миллиона, да? Еще 500 000, чтобы не обращаться к Борщевскому после этого вопроса. Да. Полтора миллиона на кону, и мы... Играем, ребят. Играем. Внимание, вопрос. Как-то у Пикассо спросили, кем из художников прошлого вы восхищаетесь? Рубенсом, ответил Пикассо. Почему? Прежде всего потому... что из 2000 картин, которые он написал до наших дней, сохранилось... Продолжите. Больше ответ. 2000, точно знаю. Да. Не торопитесь. А, похоже, да. Нет, ну правильно, потому что там подделки сплошные. Больше 2000 товарищей. А сами 2000 не могут быть? А почему Пикассо это должно радовать, что подделок? Нет, он освещает, он не радует. Подделок уехали. Может, это не он писал все? Вот это все не он писал. Там было слово «сохранилось», да? Да, больше. Робин с чем хорош? Сохранилось. Женщина очень полная. Нет, ну сохранилось. Из 2000 картин. Ребят, больше. Больше по той простой причине, что подделывают только талантливые. Пикассо вообще, он, так сказать, его, кстати, традиционный. Не в этом суть, его тоже подделывали. Его, кстати, тысяч картин до наших дней сохранилось. Да, более Макс, ответишь? Да подожди, ты ответишь. Ну, подожди, я просто спроси. Давайте. Макс точно знает, а мы больше минуты не будем брать? Нет, подожди, зачем? Ну, он точно знает. Ну, какую цифру там еще можно назвать? Ну, не надо говорить ничего. Правильно, ноль. Хорошо, Макс. Отвечает Максим Поташов. Отвечает Максим Поташов. Пикассо говорил, что восхищается Рубиным. Александр Рубин в зале сейчас, да? Нету. Так, прошу вас. Рубинская оговорка. Значит, восхищается Рубенсом, в частности, потому, что из его 2000 картин сохранилось больше 2000. Ну, я теперь прошу господина Борщевского оценить ответ и сказать правильный ответ. Ну, в оригинале вообще ответ звучит так, потому что из 2000 картин, которые сохранилось, которые он написал, сохранилось 4000. А вот оценить, насколько ответ правильный, я в данном случае уж никак не могу. Но это больше, чем 2000. Безусловно, по смыслу он совершенно правильный. Господин Борщевский, вы проигрываете, еще становится 5-4.
теперь я хочу взять интервью у телезрителей. Во-первых, вы... Ой! Не унывайте, потому что 5-4 это счет, который может стать и 6-5. А я с тем же самым вопросом. И ваше мнение для меня гораздо дороже, чем мнение самих знатоков. Итак, кто, по-вашему, лучший игрок за все 20 лет существования клуба? Еще сомнения какие-то. Александр Друзь. Александр Друзь? Вы знаете, много было замечательных игроков, но я думаю, что больше друзья для игры никто ничего не знает. Наверное, Друзь, он самый большой. Александр, вы подговорили всех. Друзь. Ну, ролила ты бы. Назвался Друзьем. Я не спрашиваю. Вы проиграли. Да, Александр Друзь. Пропустите, и мы продолжаем игру. До 6 очков. Счет 5-4. Выигрывает лучшая команда элитарного клуба. 10 раунд. Мы делаем ставку миллион черное. Миллион черное взяли. Еще будут ставки? Пока нет. Миллион черное взяли. Жалко все-таки миллион. И я сыграла, да? Минуточку, я ставлю рекламную паузу. Рекламная пауза. Раунд. Мы делаем ставку, миллион черное. Миллион черное, туда же, да? Туда же. Взяли миллион. Да. Я миллион черные взяли. Да. Ставка сыграла. И вместо миллиона на кону у нас сейчас 10 миллионов. А я попрошу камеру. Здесь у нас страшные протесты. Не сейчас. Не сейчас. Но если из дикторской раздадутся крики, то, пожалуйста, потом спасайте меня. Меня убивают. Потому что кричат лучший игрок Поташов. Впрочем, я с этим согласен. Такие страсти. Итак, 10 миллионов. Играет студентка Ирина Шибанова. Город Самара. Внимание. Черный ящик. Внимание, господа. В черном ящике сейчас находится то... Во что вставлено то, на что надето то, что в переводе с французского означает затыкать рот или надевать намордник. А все это вместе в определенный момент позволяет дамам лишний раз проявить свое кокетство, а кавалерам свою лихость. Что в черном ящике? Время. То. Вставленные на идеи презерватив. Что у вас там вставлено? Что на деда? Кольцо? Находится то, на что вот. То, во что вставлено то, на что надето то, что в переводе с французского означает затыкать. Да. А все это позволяет дамам проявить кокетство, а мужчинам лихо. Вот кашнету спрячь нос. Ребята, вы меня убейте. Так, вуаль. Кашне. Боря, давай французский затыкать. Вставлено то, на что надето то. Ну затыкать фермы. Намордник, ничего тут. Вставленное и одето. Фермы обувь. Вставленное и одето. Рот. Что женщине может кокетство помогать? Перчатки, вуаль и вообще прилик лихо. Мужчина снимает у нее, да? Кокетство. Лихость. Может тут какой-нибудь? Мужчина на это, там, то, платок что-то снимает. На скаку. Это где то, такая игра? Какая? Минута еще. Еще минута.
вставить. Так, еще раз, там находится то, что вставляется. Женщины какие-то. Вот она закрывается чем-то. Мы берем вторую минуту. Давайте вопрос еще раз. Взяли вторую минуту, пожалуйста. Там находится то, во что вставлено то, на что надето то, что в переводе с французского, значит, затыкать рот или надевать намордник, что позволяет дамам управлять кокетством, а мужчинам лихость. Правильно. Ну хоть вы меня убейте. Все ясно, что это не это, ну ты же понимаешь. Браслет. Лихость, как может мужчина? Может, когда платок она теряет просто, это кокетство, а мужчина нет, подбегает. Нет, то вставлено. Ну, а что? Табакерка, табакерка. Кольцо. Блядь. Женщина платок хранит. Ну что надето? Понятно. Что из платков? А лихость надето? Затыкать рот. Кому рот может затыкать рот? Не то. Намордник, кокетство. Стакан? Нет. Надо от этого идти, все-таки от самого вставить. Понятно. И надеть. Вот, давай переберем. Все, что у мужчины, у женщины есть. А мужчина может отнимать это и показывать. Слушай, если находится во что воткнуто, вот если в пиджак. А что? А камни в серьги вставляют. А, подожди, бриллианты в этом. Вставлено, надето. Надето. Надето на руку. Надето на руку. Браслет, кольцо. Что да, можно заткнуть? Глаза, рот. Перчатка. Ответственно, так. Берем еще одну минуту. Еще одна минута? Заново затыкать. Что может женщина заткнуть? Или фонтан кавалера, или себя? Рука в перчатку кавалера. Слушайте, на что может быть надет платок? Вот. На что, да. Ребята, лихость поцеловать перчатку. Нет, не перчатка. Ну почему не перчатка? Вот я вам вставлю на шею. Лихость поцеловать ухо, когда там серега. Кокетство. Вставлено, что что-то надето. Затыкать перевод, затыкать руки. Убейте, ребят. Слушайте, надет это платок, на что вставлено? Вот вставлено, что? На что можно платок надеть? На что можно ставить, да, что-то вставлено, на что платок можно надеть? Какой? Платок нужно, там платок, потому что... А что за платок? Подожди, какие-то дамы, упустила платочек. Он поднял, лихо. Все. На что его можно надеть? Вставлено то. На что надеть платок? На голову, на руку. Ребят, все-таки не перчатка. Не накинешь платок. Перчатка. Ну смотри, одевается, вставлено. Ответишь. Ну давай. Может перчатку? Нет, вставлю. А нет, то, на что вставлено, то, на что надето, то. Затыкать рот. Затыкать рот. Рука. То, во что вставлено, рука во что вставлена. Я надеюсь, больше у вас минут нет. Я спрашиваю у Смирнова. Рука вставлена. Кто отвечает? Отвечает Евгений Емельянов. Евгений Емельянов. А я хочу посмотреть на талисман. У вас, по-моему, есть, да? Ирина. Ваш талисман. Или перчатка. Нет, он никакого отношения к вопросу не имеет. Просто сейчас для талисмана ответственный момент. Отвечает Евгений Емельянов. О чем идет речь? Что в черном ящике? Значит, мы считаем, что это во что женщина прячет свои руки. Например, перчатка или муфта. А теперь, внимание, правильный ответ. Что позволяет дамам проявлять свое кокетство, кавалерам свою лихость? Откроем черный ящик. Сейчас же Новый год. Бутылка шампанского. Надевать намордник или затыкать рог. По-французски мюзле. Именно оно в руках у моего помощника. Вот эта вот проволочная штучка. Затыкать рог или надевать намордник. Итак, счет становится 5-5. Я прошу передать Ирине Шибановой 10 миллионов. Ирина, на что вы потратите эти деньги? Она совсем ничего не понимает. Ирина, что будет куплено на эти деньги, заработанные вашим интеллектом? Конечно, бутылка шампанского. Бутылка шампанского. Счет 5-5. Следующий раунд. Счет 5-5. И сейчас вопрос станет решающим. Потому что игра идет... 2,5 миллиона красные. Полмиллиона красные. 2,5. 2,5 взяли на красное поле. Внимание, я прошу тишину. 2,5 ставка сыграла. Счет 5-5. 2,5 ставка сыграла. На кону у нас сейчас 25 миллионов. 25 миллионов. И сейчас последний вопрос. Играет член президиума Армянской ассоциации «Что, где, когда» учитель Марк Григорян. Марк. Мне сказали, Марк, что еще ваша бабушка прислала в клуб вопрос. Давно-давно? Так это или нет?
Не бабушка, а тетя. Тетя, это разные вещи. Может быть, вы подскажете, на какую тему был вопрос? Может быть, вам еще и ключ от квартиры? Не удалось спровоцировать вас, а ведь так хотелось. Тогда другой вопрос. Господин Григорян, что, по-вашему, в жизни не подлежит сомнению? Что для вас лично не подлежит сомнению? Труд. Труд. Внимание, вопрос. Однажды он спросил себя, что верно. И сам ответил, смерть одна. И это не прославило его. Другой, самый прославленный его вопрос, задайте вы нам. И сами же ответьте на него. Повторяю. Однажды он спросил себя, что верно. И сам ответил, смерть одна. И это не прославило его. Другой, самый прославленный его вопрос, задайте сейчас вы нам через минуту. И сами же ответьте на него. Время. Самый прославленный вопрос. Быть или не быть, что ли? Это не самый прославленный вопрос. Гамлет. Я согласен. Это Гамлет или нет? А ответить на него? Быть или не быть, вот что вопрос. Нет, так он задал вопрос, и все. Слушай, ребят, а что-то другое? Может, любовь? А может, про сомнения что-то? Нет, нет. Может быть, Сократ, я знаю, что, я знаю, что ничего не знаю. Нет, это не вопрос. Я знаю только то, что ничего не знаю. Это же вопрос нужен. Что верно? Утверждение. Это было вопрос, что верно. Что есть истина? Да. Ну нет ответа опять. Смерть одна. Сократ, это хорошо. А смерть одна. А какие вопросы? Там был вопрос, что я знаю, или был только ответ? У Сократа вопросов практически нет. Это только ответ. Вопрос, который его прославил, который... Что там было? Так сам вопрос нужен. Какие вообще вопросы прославишь? Что делать, как быть, кто виноват? 2,5 миллиона. Ответ есть на вопрос, быть или не быть? Нету. А зачем? Если мы отвечаем, значит быть. Если не отвечаем, значит не быть. Да, конечно. Быть или не быть, вот что вопрос. По-моему, больше... Ответ на него. Сказать, что... Нет, 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 она не прославила Гамлета. Не получается. Не прославила, а Сократа. Что я знаю? Какой вопрос? Ответ знатоков на последний решающий вопрос. Сократ. Что не подлежит сомнению, может быть? Мы можем попросить помощь клуба? Что не подлежит сомнению? Нет, не можете. Хорошо, Макс. Что я знаю, что не подлежит сомнению? Итак. Так, вопрос был. Какой прославленный вопрос он задал сам себе и сам же ответил на него? Мы решили, что это был Сократ. Вопрос был, что я знаю, и ответ. Я знаю, что я ничего не знаю. А теперь, внимание, правильный ответ. Что верно? Смерть одна, как берег моря, суеты она. Прекрасный вопрос, потрясающий, но прежде он спрашивает. Игра. Потрясающий вопрос. Потрясающая победа. Победа сборной команды телезрителей. Счет 6-5 в пользу телезрителей. Телезрители доказали, что в элитарном клубе пока еще нет равной им команды. Вот имена телезрителей-победителей. Людмила Канакина. Людмила Канакина. Вопрос о татуировках. Юрий Володин. Вопрос о Лермонтове. Ольга Овечкина. Вопрос о выживании. Илья Лихачев. О китайцах вопрос. Ирина Шибанова. Вопрос о шампанском. Новый год. И Марк Григорян, воткнув 6-е очко. Вопрос о пиковой даме. Один телезрителей сегодня 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей. Ни одна команда клуба не зарабатывала такого огромного индекса интеллекта. Классная команда. Она поедет в кругосветное путешествие. Поздравляю с блестящей победой. И напоминаю, что ровно через минуту состоится торжественное награждение лучшей команды и лучшего игрока «Что, где, когда». Финальная игра закончена. Спасибо вам всем. Внимание! Почетное звание лучшей команды за все 20 лет существования элитарного клуба присуждается сборной команде телезрителей. Каждый победивший игрок этой команды
награждается призом «Хрустальная сова» и сертификатом кругосветного путешествия от Томаса Кука и фирмы «Америком». Прошу вас, идите и владейте. Прошу вас, это все ваше. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles at you. When you're laughing, when you're laughing, oh you're laughing, oh you're laughing, and the sun comes shining through. But when you're crying. Почетное звание магистра игры «Что, где, когда» с вручением большой хрустальной совы и ордена «Бриллиантовая звезда» от фирмы «Золотой дом» присуждается лучшему игроку за все 20 лет существования элитарного клуба Александру Друзю. Берите и владейте! Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители, уважаемая публика. Дай Бог вам здоровья и счастья в новом году. А я хочу поздравить всех тех, кто эти 20 лет за игру с той стороны. Это не только Владимир Яковлевич Ворошилов, это Наталья Ивановна Стыценко, это Валя Андреева. Я хочу всех их благодарить за классную игру. И вот когда зашла звезда телеигры, что, где, когда, что, где, когда, и 20 лет ведем мы спор, ища ответ, ища ответ.
пиво, что где когда, пиво ты гора.